no savior. No more hope. No more Batman. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Бэтмен, рыцарь Архэма. Итак, дорогие друзья, мы направляемся в приют для того, чтобы узнать, что же скрывается за той самой дверью, которая открылась, которую открыл нам Энигма. Он же Эдвард Энигма. Да. Странный паренек. И, конечно же, нам нужно спасти Селину наконец-то. Блин, сейчас я грохнусь в воду, сейчас я грохнусь в воду, сейчас я грохнусь в воду. Сейчас я грохнусь. Не грохнусь. Отлично. Вот это мне больше нравится. Боже мой, какие тут молнии, черт побери. Так, давай-ка ускоримся. Ах ты, елки зеленые. Не долечу я, походу, не долечу. Может, если спикировать, а потом резко. Наверх, наверх, наверх. О, отлично. Так, может быть, и дотяну. Глядишь, и дотяну, дотяну. Отлично, отлично. Эй, Бэтс. Не нравится мне, что ты иногда вот так вот цепляешься. Плохо. Плохо ты цепляешься. Плохо, плохо. Цепляйся лучше. Ладно, мы уже практически на месте, на самом деле. Надо будет, наверное, мне в следующий раз перед началом серии уже двигаться к точке назначения. Кстати говоря, если близко цепляешься, то вот этот... Супер, как это... На крыше Бристоля подвешено тело. Опа. На крыше в Бристоле подвешено тело. Угу. Но... Где я найду это место? Серьезно. Если бы я реально знал, где это место находится, это было бы просто чудесно, если бы это на карте было отмечено. Но я, к сожалению, не знаю. Посмотрим потом. Может, если активировать задачу, то мне покажут, где это место. Так, ну и что за ботва? Welcome back to the Riddletorium. Do not fear. Your friend has not been harmed. Before I allow you to see her, however, riddle me this. Опять. Riddle me this. What kind of question can only be asked upon reflection? Good luck. Good luck. Что? Я, честно сказать... А, какой вопрос можно задать, только подумав? Чего? Удерживайте их, сканировать загадку. No, Dark Knight, you're way off the mark. Подождите. Нужно переключатель загадочника. Переключатель, управляющий механизмами головоломки, можно активировать попаданием батаранга. Ну и что, сразу три кинуть? Нет? Погодите-ка. Стоп. Стоп. О, у нас крутится диск. Вот оно что. Так, и диск отражает. Диск отражает у нас. Так. Угу. Так, получилась вот некая такая полоса. Ну, давайте попробуем. Да что ты делаешь-то? Однушку я нажимаю. Нет, центральный не надо было крутить. Ну, ладно. Так. Что-то у меня не то получается. Ладно, еще раз. Так, еще раз. Вот. Вот вопрос. Появился вопрос. А где точка? А где точка? Ну вот, вроде точка так получается, нет? Решение не применено. Вот так получается точка. Если я вот так посмотрю. А, во, отлично, отлично, отлично.
Отлично. Ой, да ну тебя в баню. Eddie wouldn't show me whatever deranged parlor game he's got waiting behind that door until you arrived. I'll get you out of here. I'm sorry, do I seem testy? It's probably something to do with the gorgeous necklace Eddie picked out for me. Have you seen it? It explodes. Просто взрывное. Well, are you going into the room or what? Зайду. What's the hold up? Чего мы ждем, спрашиваешь ты? Чего мы ждем? Ну, я даже и не знаю, чего мы ждем. Возможно, прекрасного вида мы ждем. А может быть и... Нет? А? Кошечка, чего мы ждем? Скажи мне сама. Чего же мы ждем? Только не исчезай. Не исчезай. Did you come here to play one of Eddie's stupid games or not? Ладно, пойдем, красотка. Нам еще загадки разгадывать. Азы арифметики называются. Нравятся мне эти азы арифметики. Так. Вот то, что я встал... Сюда, это как бы не помогло. Что это за фигня? Здесь, видимо, ключик у нас спрятан. Хорошо. А это у нас мишки. Они учатся. Правильно. Молодцы. А, это моя кнопка, а это ее кнопка. Все, я понял. Extra trapped. As if the collar wasn't enough. Ну вон циферка, 4, 5, 2. Угу. Так, здесь 3, 5. И что мне делать? Здесь всего их 5 штучек. У меня то же самое. Так. Oh, look. It's more of Eddie's homemade friends. Your mockery is pointless, cat. I don't have any friends at all. Что ж такое-то, а? You simply won't solve this one unless you can see things from each other's point of view. Так, подождите. Может, он мне показывает комбинацию? Один... 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. 1. Что-то не то я делаю, хотя. Хотя вроде получается. Нет. А, ну вот видите, смотрите-ка. Этот, потом этот, потом этот, потом этот. А зачем цифры, я не понял. А, я понял. Наверное, комбинация одного написана у другого. Понятно. Так, хорошо. Один. Да? Как там было? Один. Три. Пять. Два. Четыре. Все правильно. Oh, shit. I do apologize for not creating a riddle that you can merely pound into submission. Понеслась. Да отвалите, маленькие роботы! Парнорешающий. Кстати говоря, у загадочника что-то бюджет повысился на самом деле. Вы не заметили такого? Теперь он, блин, роботов делает. Давай! Woo!
prototypes, Dark Knight. These are merely prototypes. So try to mitigate that primal feeling of triumph upon defeating one. Парный решающий. Уу! Шикарно. Офигеть, я, по-моему, комбо не потерял даже. Отлично. Эй, кити. Ну еще бы. А мне еще и другими делами надо заниматься. Киса. Так, сколько убавится? Один или два? Шесть. Один убавился. Жаль. Типа их всего 8, но он по приколу поставил начальными 9. Окей. Okay. Так. В колпачке Мишка. Забавно. Этот Мишка читает книжку, а у этого Мишки голова отвалилась. Бедный Мишка. Так, ну и что, валим отсюда. У нас есть другие комнатки. Правильно я понимаю? I wouldn't celebrate just yet, you two. Dark Knight, my next challenge can be found beneath Elliot Memorial Hospital. Conveniently located for when you pass out due to mental exhaustion. Ну, конечно. You still haven't apologized. What? For Eddie treating me like a white hat, like one of your sidekicks. You know, half the crooks in Gotham think I feed you info. You do. Well, yeah. When there's something in it for me, they think I'm doing it on principle. Sorry for making criminals think less of you. Hey, have I ever hurt anyone? I'm not one of the bad guys, Batman. I'm freelance. You should pick a side, Selina. Your side should pay better. Класс. Look, Batman, I enjoy a smoldering stare as much as the next girl. But maybe you should be working on Eddie's glorified obstacle course. Я обожаю с ней базарить. Nice work so far, big guy. Just don't screw up the next part. Batman, the next tests are ready, and I really can't wait to play the will my head explode game again. Look, Batman, I enjoy a smoldering stare as much as the next girl. Так. Ещё одну порцию мы прослушали, это прекрасно. Так. Ну что же? Следующая точка. Hey, о, привет, Джокер. When did Catwoman get so cute? Must have been when I started looking out of your eyes. Hmm? Ask her out or what? Чудесно. You're not still torn up about Talia al Ghul, are you? Come on, it's been months. Even the worms that ate her corpse have probably forgotten about it by now. Ну побольше уважения, Джокер. Хотя, really чем я говорю? Turn down this fine opportunity for romance just because I blew your last girlfriend's lungs out? Take a tip from your wingman, Brucey. The ladies hate it when you brood over the ex you failed to save. Да? Ну, хорошо, я возьму на заметку. Любовные советы от Джокера. Вот как-то так. Так, опачки. Король дороги. На острове Основателей, 0 из 5, краткое изложение дела, найдите и уничтожьте блокпосты. Ясно? Так, ну чё, может быть, карту сначала посмотрим, давайте. Далеко ли мне пилить? Вот вопрос самый главный. Это у нас... Да нет, недалеко, ну ладно, тогда я продолжу этим заниматься. В общем, если мне в следующий раз надо будет далеко пилить, то... Я переключусь на сюжетное задание. Вот. Потому что кому-то, может, наскучило уже. Линия с загадочником. Мне лично нравится. Мне лично нравится, поэтому я продолжаю проходить. Так, мне куда-то вниз надо. Куда-то сюда, вот. Куда-то... Вот я даже не знаю толком куда. Все понятно. Дальше невозможно без сюжета пройти. Хорошо. Это вы хорошенечко сделали.
Тогда идем по сюжетному заданию. I'm heading to Mercy Bridge to pick up the trail of the Arkham Knight's vehicle. Miss Gordon, safety is on all of our minds, sir. Good luck. Ой. Извините, воткнулся головой в стену. Бывает, бывает. Круто, что можно вот прям хорошо так взлететь после этого ускорения. И мне нравится, как плащ сделан. Очень круто, прям такой он мокренький весь. Отлично. Отлично сделан. Давай, за фонарь. Вот так. Давай набираем высоту, набираем. Прекрасно. И теперь на мост. Который мы уже, кстати говоря, разблокировали. Так, я не понял, эти засранцы здесь, что ли, меня ждут? Бэтмобиль, к бою! Он несется, все сшибает нахрен. Уу! Шикарно. Alfred, I'm at the bridge. One moment, sir. I should probably warn you, there's a significant militia presence. Как и всегда. Duly noted. I managed to access the files Miss Gordon was working on before her abduction. It would seem she found a weakness in the drones, sir. A direct hit from the Vulcan gun on their sensor array should destroy them with a single shot. Ooh! Из вулкана? О, черт! Черт побери! Они теперь еще ракеты запускают. Вот, отлично! Да блин! С дороги! С дороги! С дороги, сволочи мелкие. Так. Ух ты, зараза, надо прям быстро сбивать. Они под конец разгоняются довольно быстро, эти ракеты. О, черт, промазал, ну ладно. Поначалу она взлетает довольно долго, но потом она летит прям, прям как надо. Ну еще бы ты не потерял дрон, зараза такая. Куда меня GPS-то ведет, я не могу понять. Вау! Что-то у вас многовато, ребята. Ладно, 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 наберем побольше противников, чтобы они меня видели. А теперь поехали. Вот так. Красота. Так, а где еще один-то? Вроде с этой стороны еще был. А, вот вы где. Вот вы где, мелкие пакостники. Отлично. Отличненько. Да откуда он меня... А, вот, блин, снизу где-то, блин. Засел внизу. Зараза. Так, ну и что? Куда он меня ведет? Куда-то назад, слушайте, все время. Ладно, поехали. Я даже не знаю. Что мне тут нужно сделать-то? А, сканер улик. Ну да. Точно, мы же... По следам шли, прежде чем поняли, что мост закрыт. Отлично. Здесь две мины и 28 танчиков. С дороги, уроды. Что-то вы совсем опухли, ну серьезно. Вот, 24 осталось. Красота. И еще один. Где-то он вот здесь вот. Давайте его шваркнем уже, и можно спокойно двигаться дальше. Ну как спокойно, пока новые не вылезут. А, вот он. Привет. Thugs and hoodlums might be your usual prey, but my army is no such pack of cowards. Так, еще один. И там целое скопление. Мне бы сейчас ракетный залп не помешал. Так, включаем. Он все время отключается после того, как я кого-то стреляю. Этот сканер. Так, где этот танк? Сейчас выйдет, наверное. Вот он. Отлично. Сейчас еще одного надо грохнуть, наверное. Ага. Вот и все. Надо побольше их. Ух ты, зараза, а. Мелкая тварь. Сколько же он мне сносит-то сразу.
Давайте в крупное скопление сейчас. Отлично. О! Шикарно же, ну шикарно. Комбо X5. Даже на Бэтмобиле можно комбо набивать. Понимаете, в чем крутость-то всего этого? Комбо у нас есть даже на Бэтмобиле. Шикарно, я же вас просто расстреливаю. Тупые вы уроды. Надо побольше противников собрать. Да, собрал. Просто ще перестрелять. Оп, укатились. Ну ладно. Ну он сразу в одного все выпустил. Ну как так-то? Ну еще там несколько. Три танка всего осталось, елки-палки. Надо уже доделать начатое. Иди сюда, сволочь. Иди сюда, иди сюда. Ну куда ты? Ёлы-палы. Пока догонишь тебя, вся молодость нафиг пройдет. Где эта сволочь? Вон он. Отлично. И последний. 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 Отлично. Можно включать сканер-рулик. Так. The Arkham Knight's drone deployment has been wiped out. Your men can resume patrols on Miyagani Island. You got it, Batman. Где-то мы вот здесь остановились, по-моему, да? Ага, вот, отлично. Так. И вниз поехал. У меня новый уровень. Давайте посмотрим. 6 очков у меня есть. Так, что можно улучшить? О, можно сделать максимальную броню. Максимум брони. Ну и потом надо будет от пуль защититься полностью. И можно будет уже продолжать. Потому что я считаю, что это самое главное. Ну. Разложились. И сканируем, сканируем, сканируем. Опачки. Ну ладно, давайте. Раз уж я нашел. Отправить вирус. Ну давайте, уроды. Давайте. Черт. Готов. Да хорошо, 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 я понял. Слишком далеко я. Опять ракета. Готов. Ух, ёлки. Что, не многовато у вас? Отлично. Ракеты, это, блин, мое спасение. Когда их слишком много, только так можно вынести. Сволочей. 5 ракеты. Отлично. Вот так. А как же еще одна цель? Почему он не отметил? Не видел, что ли? Ну-ну-ну, где это? Мелкая тварь. Вот так. Последний. X20 комбо. Готов. И у меня... Блин, небось опять этот значок будет оставаться. Зараза. Вот это какой-то баг, реально. После того, как мину взрываешь, остается этот значок. Вернее, не то, что он остается, он даже потом может появиться. Ну давай, сканируй уже. Нам девчонку надо разыскивать. У нас вечно баб похищают. Ага. Ну все, влезаем. Стоп, Бристоль? Тело на крыше? Здесь должно быть, по идее, продолжение задания. Ты что ты делаешь-то? Пикировать куда-то там начал. В щель. Ну, вряд ли я, конечно, здесь что-то найду, но, по крайней мере, я знаю, что это Бристоль. Давайте-ка карту откроем, запомним это место. А, здесь на карте написано. Ясно, ясно. А что это такое?
Задание особо опасное. Ну вот где-то здесь в Бристоле на крыше, короче. Где-то вот здесь вот есть тело, видимо, по моему заданию как раз-таки. Но я его не вижу, так что давайте-ка. Car's empty. The Arkham Knight must have taken Oracle and moved on. I should examine the vehicle more closely. Ну еще бы. О, старая добрая перемотка событий. Так, воспроизведение. The car veered off an empty road. Why? Looks like the driver wasn't wearing his seatbelt. I should find the body. Фига, он там полетел. Ладно. Значит, летел он куда-то туда. И приземлился он. Стоп. Нет, мы вышли. А, вот же он лежит здесь. Сканируем. Traces of pepper spray on the right side of the driver's face. О, как. Oracle must have been in the passenger seat and deliberately caused the crash. Clever. I should check the area where she was sitting. Ну еще бы. Сразу как только он сказал, что машина вылетела с пустой дороги, значит... Значит, это Оракул поработала. Так, она сидела вот здесь, значит, у нас, да? Так. Хм. Почему я должен сканировать? Что-то я не понял, ну ладно. Так, ну... The door was torn off during the crash. Ага. If I can find where it came to rest, I can determine exactly what happened. Куда улетела дверь? Видать, куда-то сюда. Так, дверь, вот она летит. Летит и падает. Вот сюда, вот она лежит. Torn cleanly off the hinges. The door must have been opened before the crash. Ага. Cut out. I need to examine the reconstruction. Молодец, девочка. Where she landed. Молодец. Так. Перематываем. Она выскочила, вот она. Давайте посканируем. Oracle got free of the vehicle before the crash. Что же она дальше-то делала? Что ей делать-то? Ну и бедная... Опа. Oracle stopped here. Someone took a shot at her. I should analyze the point of impact for ballistic evidence. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Опа. Это рыцарь, да? Я правильно понимаю? Он сидел сзади. Что я тут сканирую-то? Тут нечего сканировать. Так. Вот она ползет. Выходит рыцарь. Где он? Где он появляется-то? Исследуйте следы выстрела. Еще раз. The caliber of the weapon is a match for the Arkham Knight. Я просто не до конца, видимо, исследовал. The trajectory and impact velocity points to a shooter that matches his height. At this range, he couldn't have missed. A warning shot. Да, она нужна ему живой.
Чтобы меня шантажировать. I've missed something. Oracle knew she couldn't escape, but she caused this crash for a reason. She must have left a clue while crawling away. Так, и что же она могла здесь оставить? Посмотрим реконструкцию. Она лежит. Попадает пуля. И она просто лежит. А если назад перемотать? Стоп, что это сейчас было? Она что-то выбросила. Опа. Mr. Way. Lucius, Oracle left me the scrambler device at the scene of the crash. Decrypt the data so I can pinpoint the Arkham Knight's location. Huh. This kind of thing was more Miss Gordon's specialty. I'll see what I can do, but it'll take me a little while. I'll meet you at Wayne Tower when you're ready. Alfred, give me an update on Gotham's most wanted. One moment, sir. Right, these two are just in. A mysterious hooded figure has been spotted on a rooftop in Grand Avenue. He appears to be standing beside a burning bat symbol, sir. It might be wise to establish whether this interloper is friend or foe. Reports are also coming in of a blaze at the Bristol fire station. One suspects arson, sir, as the power to the building has been cut, disabling the fire suppression system. You may wish to investigate. Так и поступим. Так, выбор задания. Горящий символ. Краткое изложение дела. Мститель в маске, который появился в Готэме. Вот это круто. Someone's lit a burning bat symbol on the Gamby store rooftop. A beacon or a threat? Time to find out. Так, аккуратно, Бэтс, аккуратно. Нам надо, блин, добраться еще до этого местечка, а то тут всякие кирпичные особняки, как всегда. Тело на крыше в Кинстоне, все изувечено. Вот явно это все к тому же. Вот... Твою мать! Ни хрена себе! Ночной летун! Что это за хрень? Раздобудьте образец крови крылатого существа для анализа. Выясните, что существо летает над Готэмом. Ни хрена себе! Смотрите, у него провода какие-то подключены. Нифига себе! The bat creature is still at large on Miyagani Island. I'm going to hunt it down and take a blood sample. Determine who or what it is. Ёлки-палки. Что за хрень летающая? Тросомет в выступ. Тросомет в выступ. Удерживать. Вот оно что. Вот как это работает. Круто, мне нравится. Так. Замечено крылатое существо. Так, куда? А, вон же эта хрень летает. Вон эта фигня летает-то, я ее вижу отсюда. Зрением. Ну давай, уроды, давай. Как мне его? Как мне до него добраться-то, ну? Что-то он летает и летает. Где этот сволочь? Вон он. Как бы мне его цепануть-то, а? Ну-ка, если спикировать на него. Так, ну и что мне делать с ним? Как мне его схватить-то? Я рядом, блин, с ним летаю, а ему как-то по барабану. Во! Во! Ох ты, ёлки-палки! Во! Ништяк! Круто!
Нормально вообще. Фух. Alfred, run analysis on the blood sample I just uploaded. Right you are, Master Bruce. I'm searching for possible matches now. How you managed to get this sample is beyond me, sir. Ah, here we are. The blood is heavily mutated, but we have a partial match, a Dr. Kirk Langstrom. Search for any properties in Gotham owned or leased by Dr. Langstrom. Certainly. Let me see. Ah, he and his wife lease a basement laboratory in Chinatown. I'm sending you the address. Mm-hmm. Отлично. Так, у меня 1 очко навыков. Прогресс по особо опасным. Уже сейчас 4 доступно. Давайте выучим защиту от пуль. На следующий нужно будет еще 3 очка. Прекрасно. Где наше задание? Давайте откроем наше задание. Это у нас... Да, обыщите лабораторию доктора Кирка Лэнстрома. А это у нас пожар, пожар. Что за поджигатель бесчинствует в Готэме? Блин, сколько заданий. Все такие классные, все такие вкусные. Прям мне нравится. Так, а здесь-то Бэтмобиль у меня теперь доступен, интересно? Да, доступен. Круто. Круто, 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 дорогие друзья. Так, ну что же. Встретимся мы уже в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.